Тема програми сьогодні – кохання. Не шоу «Все заради ТВ». Діана, вона бачить певну красиву картинку, і їй хочеться потрапити дійсно в цю казку. Все, що вам показують, все неправда. Нас не беруть на шоу, проблему я не розумію. На шоу тут навіть не треба йти, можна через Фейсбук на замуж вийти. Діано, і все ж таки. А, засала, да? Нет, она не пойдет на шоу, потому что у нее есть мужчины. Когда ты становишься, я это называю псевдопопулярным, на тебя очень много начинает литься грязи, зависти. Готова ли ты в свои 17 к такому стрессу? Это очень сложно морально. Я считаю, что Дианочка должна попробовать сама. И вообще, Ева, ты единственная, вот, кому я пришла, это рассказываю. Какой-то. Что я тему холостяка закрыла для себя. Вы знали о том, что у нее 5 молодых человек? Это вообще просто обалдеть. Ребята, мама в шоке. Да, мама в шоке. В тихом шоке. Кто тебе таке сказала? Как мальчика выбирает? Извините, что я вас перебила. Куда? Вы не поверите, через... Только через постель. Ты, проститутка. Никто не хочет быть пятым, четвертым. Есть маленький нюанс, вы каждому из них можете сказать, ты первый. Вот ты первый. Да, зуб даю. Часто выходят замуж или женятся, потому что, чтобы официально заниматься сексом где-то. И тогда он обнаруживает, что у нее там большая попочка, а она обнаруживает, что у него только грязные носки, больше ничего. И остального нет. А почему 5? Ты вот вроде и в этом что-то нравится, что-то в этом, и ты не можешь определиться. Так это фактически холостячка шоу. Сейчас чуваки только не понимают, что они в этом принимают участие. Мы у всех у них отобрали паспорта. Ну, это же какие-то эксперименты какие-то над людьми. Она вот сейчас, ну, вот где-то там очень глубоко. Тебя специально выводят, и все, тебя ведут по линии вот этой сучки. Я не знаю, как сейчас в холостяках, но у нас на тот момент забирали телефоны, нам не разрешали пользоваться интернетом. То же самое. Нам нельзя было читать книги. То же самое. Ничего. То есть мы были полностью вот в теме холостяка. Александра, а Иисус Христос можно было использовать слово? Это тоже мужчина. Нет. Помолиться можно было? Нельзя. Только он? Только он, Чверковский. Тино, нормально психика здатна вытримати? В организме появляется наркотик. Это правда наркотик. Это ужас. Ужас. Отдали телевизор, алкоголь и все. И Максим. Три месяца. Вы тоже влюбились? Максима? Да. Нет. Я на проект шла совершенно тепличным растением. Ты поплачь до мене, розкажи. Да. Як вони до тебе ставили? Іди сюди. Кажи, вони тебе били. Дитину моя, іди сідай рядом. Це ж капець повний, що вони витворяли з тобою? Скажи мені, Вані, тут можна. Розказуй. Вань, ну чесно, що там було? Розкажи. Шпілі-вілі на проєкті були чи ні? Поэтому, так які шпілі-вілі? Ми живі, нас не допускали один друг другу. Нас постійно закривали. Не про Максима, мені не цікаво там робити. Єдиний ведучий, який скажеш правду. Я так волновался, мені треба срочно... Ау, я був худее, чим зараз, зажрався, ребят. Телевізор. It's okay, it's okay. Thank you. Шульгина Александра. І хто вона? Сучка. Вот Саша – это яркий пример своего типа. Когда показывались свидания со мной? Тум-тум-тум. То есть на подсознании людям закладывали, что вот добро, зло. Даже такими моментами, как музыка. Кто это? Женщина? И что она несет? Я искренне верила. А вдруг вот со мной случится сказка? Вас надо сажать и в психиатрическую больницу. Это нормально считается, что женщина должна за мужчину бороться вообще? Я не вижу в этом ничего зазорного, ничего плохого. Мне холостяк помог в карьере. Это трамплин для новых знакомств.
і для, возможно, замужества. Яка подлюка, як вона пішла від нього, ай! Ну, понятно. Та повбивав би таких, ой, ну, ти що ж це робиш? Вони сидять, вони обсуждають, вони збираються компаніями, там, я не знаю, за пивасиком, і сидять, вибирають ще... Я плакала. Я прошу, чтобы меня забыли, а уже шестой год меня не забывают. В каждой инстаграме 4 раза в день. Прошу, забудьте, ребята. Хватит. Нет, то есть для всех все равно я остаюсь холостячкой. Это прям вот клеймо. Хлеба и зрелищ. Це є телебачення.